уроженец данного села, давно уже здесь не живет, но помнит свои корни. И чтобы увековечить вот это все, он решил построить здесь вот эту часовенку. Это прекрасная часовенка, как мы видим. Сегодня мы ее вот осветили. Я думаю, что она будет сплачивать людей, будет способствовать тому, чтобы мы жили в дружбе, в уважении друг к другу.